Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам подборку хитростей, которые стоит знать. Я уверен, у каждого домашнего мастера есть пластиковые стяжки, хомуты, кто как называет. И чаще всего, открывая пакет, мы разрываем его сверху, чтобы достать стяжки. А когда пакет бросаем в ящик или сумку для инструментов, то они тупо разлетаются, и потом снова их приходится собирать по всей сумке. Чтобы такого не происходило, воспользуйтесь простой хитростью. Не разрывайте пакет со стяжками. Если вам нужна, например, всего лишь одна или две стяжки, то просто прокалите пакет и достаньте пару штук. Таким образом, при переноске или хранении стяжек, они останутся в пакете и никуда не денутся. Если же все-таки вам нужна не пара, а десяток другой, то есть хитрость, как грамотно открыть пакет. Возьмите канцелярский нож и аккуратно по центру пакета сделайте небольшое отверстие, прямо на этикетке. Таким образом вы легко достанете необходимое количество пластиковых стяжек, спокойно уберете лишние и, самое главное, при хранении и переноске они все равно будут оставаться на своем месте. Запоминайте, ведь совет реально годный. Пластиковые стяжки всегда пригодятся в работе. Это универсальный расходник и применять можно по-разному. Например, если решили сделать перерыв, отдохнуть и посмотреть сериальчик, но телефон падает, а руками держать не хочется или нет возможности, то с помощью пластиковой стяжки можно быстро и просто сделать упорчик и спокойно пообедать и отдохнуть, при этом смотреть любимого блогера. Бывает такое, нужно связать две веревки или два троса, например, те же буксировочные. То, сделав обычную петлю, он при нагрузке развяжется, это 100%. Поэтому запоминайте и берите на вооружение быстрый и простой способ связать веревку в одно целое. С одного конца веревки завязываем узел, но не затягиваем. Взяв другой конец, мы просовываем в эту петлю и также завязываем узел, а дальше просто затягиваем. У нас стало теплее, мы понемногу сажаем разные кустики, по привычке роем небольшие ямки, а вечером спина говорит привет. Поэтому есть небольшой лайфхак. Если саженцы небольшие, то с помощью лопаты делаем разрез крестом, а далее с одной стороны подхватываем землю. Тем самым приямок открывается треугольником и в середину удобно зажимать саженец. И никаких ям рыть не надо, и сама поверхность земли осталась практически не тронута. Дожди прошли, трава поперла, достаем с полки травокосилку и вперед. И покупая леску для косы, обращайте внимание на ее гибкость. Прямо в магазине зажмите кончик двумя пальцами. Если леска возвращается в свое положение и не ломается в изгибе, то при кошении ее хватит намного дольше. Если же видны переломы, то такая леска будет крошиться и чаще переламываться, даже при небольшом воздействии. Например, попадется та же крапива, лопух, и будете чаще подматывать леску. Я стараюсь брать леску звездочку, мне она больше нравится.
В этом году решили опробовать аккумуляторную травокосилку Husqvarna 115L. Легкая, комфортная и простая в использовании для подравнивания кромок газона или кошения небольших участков более высокой травы. Бесщеточный и достаточно тихий двигатель с низким уровнем вибраций. Простая панель управления для безопасного и удобного запуска и остановки травокосилки. Имеется телескопический вал для индивидуальной подгонки под любой рост, а также удобство транспортировки. В общем, никаких проводов, бензина, шума двигателя и выхлопных газов. Просто нажимайте на кнопку «Пуск» и начинайте работу. Для ознакомления оставлю ссылку в описании. Тем более, цветочный палисадник, ох, как стало легче обрабатывать. Занимаясь покосом травы, леска заканчивается в самый неподходящий момент. Если это ваш участок, то ничего страшного, завтра или послезавтра сгоняем в магазин и докупим леску. Но представьте, что вам заказали покос, и ехать к объекту километров 50, а докосить надо пару метров. Выход есть. Не выбрасывайте остатки лески. Сложите их в два слоя и завяжите пару-тройку узлов по центру и вставьте в катушку. Сделанный узел не позволит выскочить леске. И из таких остатков можно спокойно продолжать работу и добить пару метров нескошенной травы. Проживая в своем доме, нередко набиваешь мешки, опилки, зола, зимние вещи, да что угодно. И чтобы быстро и удобно завязать мешок, запоминайте эту хитрость. Возьмите небольшой кусок веревки и двумя краями просуньте в мешок. Далее, держась за петлю, завяжите вот такой простой узел. Таким образом вы надежно свяжете мешок и к тому же сделаете удобную петлю для переноса. У меня есть старая 5-литровая бутылка. Хотел было уже выбросить, но решил сделать полезную самоделку. Откручиваем крышку от бутылки. Именно с ней и будем мы работать. Далее понадобится еще небольшой медицинский шприц. Канцелярским ножом отрезаем лишний край. Далее в пробке сверлим отверстие, диаметр которой равен диаметру шприца, чтобы он туда заходил плотно. Вставляем шприц и герметично проклеиваем горячим клеем. Чтобы было удобно и функционально и красиво, взял брусок и фанеру, закрепил на пару саморезов, а потом коронкой по дереву сделал отверстие. Кстати, чтобы легко заходить коронкой без центровочного сверла, то сначала сверлите под наклоном и заходите с краю, а потом полностью выравнивайте коронку. Теперь осталось прикрутить полку и закрепить бутылку с водой сверху. Я использовал перфорированную ленту. И за 5 минут мы получили отличный умывальник. И теперь, выходя из мастерской, всегда можно помыть руки, умыть лицо, да и вообще идти в дом чистым и не нести с собой лишнюю грязь. Напишите в комментах, друзья, какие советы вам понравились больше всего, а что не так. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.